Артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них каша в ОРТ. Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за качеством выполняемых ребенком движений, точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. При правильном произношении звука «р». На качелях я качаюсь вверх-вниз, вверх-вниз. И все выше поднимаюсь вверх-вниз, вверх-вниз. Стал язычок твой маляром, он будет красить старый дом, вперед-назад, вперед-назад. Ремонту каждый будет рад. Цок-цок-цок, по мостовой идет лошадка к нам с тобой. Щелкай язычком быстрее, чтоб она пришла скорее. Под высокую сосной мы грибок нашли с тобой. Чтобы рос боровичок, подними вверх язычок. У Антошки есть гармошка, поиграй-ка нам немножко. Ох, какое объеденье, очень вкусное варенье. Язык широкий положи и края приподними. Оближем верхнюю губу, варенье очень я люблю. Индюка мы увидали, сразу все заболботали. Фокус-покус. Недавно бабушка Анфиса купила барабан Денису. И теперь он делом занят, громко-громко барабанит. Поиграем мы в футбол и забьем в ворота гол. Всем огромное спасибо за внимание.